Офигенно, спасибо. Вот, сфоткал нашу спину, пиздец. Спасибо. У тебя зеленый меч. Убери ствол, сталкер. А то я сам достану. Чё, пацаны, Первая мировая война? Нет. Давайте. Может быть, вот тут сделаем сценку из Приморского врага, типа. Вафля ПВП убрал, вот. Ага. Его вообще-то можно включить. А, да? Как? Пошлите. Да. Команда ПВП. Пошлите в Смолфилд. Так, поручик. Давайте. Может, сделаем такой фильм, как «Адвокат на день рождения». Бойцовский клуб мы сделаем. Сделаем фильм «Бойцовский клуб». Мне твоя идея даже больше нравится. Может, сделаем фильм, типа «Адвокат...» Я Тайлер Дёрден. Может быть, сделаем фильм, типа «Адвокат у тёти». А ну-ка, иди прям в меня иди. Не-не-не, ты не понял, Слава, ты подожди, ты. Слава, вот так. Может, у тебя... Меня иди, что-то? Меня иди, давай, вот так вот, иди в меня. Честно. Меня прям иди, ну меня, так... Меня надо идти. Ты не понял, я, короче, ускоряюсь за счет тебя. Понял? Вот давай, оп. Давай, толкай. Меня. Ладно, короче. Да, сейчас... Ладно, ребят, давайте идите, я пока что Райта жопу подолблю сейчас. А где моя статуя, быстро? Чего? Ну, понятно. Где моя статуя, быстро? Ну то, что ты сейчас стоишь, я тебя двигаю, вот понятно, долблю. Понятно, Август не дорабатывает. Так, я тут... Здесь нет твоей статуи, ну, тут не в ордене порядка. Август предатель. Давайте я фоткаю. Я его статую не... сейчас сломаю. Тут же не в ордене порядка. Зачем? Ну что? Пожги. Райт, будешь играть в фильме роль Якова Смирнова? Ты готов? Не буду. Почему? О, я тебе ноги сломаю. О, тут динамик лежит. Вот он. Так, идемте. Мы что, пешим ходом до этого? До него идем? Я сфоткаю. Раз, сохранить. Два, три, четыре, пять, шесть. Да блин! Все, идемте. Да мы не туда идем. И туда. А, ну да. Он вот идет в портал, походу. Блять, куда? Не туда мы идем. Возврат. А почему у Райта нету имперского? Потому что я переоделся, мне стало жарко. Ты надел. Надо опять. Еще больше жесткий костюм. Ну ты иди, конечно. Как куда ты? На Донбасс. Все. Да, мы будем идти держать в руках вагонет. Да. А-а-а! Слава, что ты сделал? Магнитофор. Бежим, он с мечом. Магнитофоны. Память. Самые лучшие магнитофоны в мире. Толкайте меня. Все, ребята. Дай губернал! Дебил? Это что там за деревянный крипер? Это Смолфилд. Все, один весь этот крипер, это уже весь Смолфилд. Да иди куда, судьба сакана. Welcome. Тут я считаю, вот эту вывеску надо переделать, надо убрать букву Е. Как делать его сталь из Сталина? Потом в репорт подать. Welcome. Welcome, хорошая спирма, ну да ладно. Welcome to the City 17. It starts with one thing I don't know why. Помните этот случай, как меня замутили из-за того, что я написал, типа... Не помню. Вы пробовали, типа, тортики с заварным кремом? От Panasonic, да, знаем. Вот, поручик. Пропусти меня!
А где вагонетка? Все. Пешком будешь ходить. Вверх, блин. Все, всю дорогу загородил, ёпты. А где? Сегодня была торжественная встреча мэров. Вячеславград. Не было. Может. Да, блин, у меня 2 года уехал. Сходка челов. О, я нашел блок, самый хороший такой. Нет, это дубовый сундук. Поручик. Что? Да, он не поручик, он наш Штирлиц. Ну, как бы есть, а как поручики. Бы... Ой, поручик. Врежьте. Это Штирлиц. Какой поручик, блин? Куда вы пошли? Я сейчас ему пером, как этот... Поручик. Врежьте по меньшевикам. Че, блядь? Куда вы пошли, алё, блин? Мы куда пошли... А куда на Кудыкину гору. Как нахуй Кудыкину гору? Я вас найти не могу. Дурачок какой-то местный, да. Да-да. О! Заебись вы, блядь. Охуенно, шо с ДК? О, все. Шикарно. Я нашел элитное место. Алибердеч. 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 А, ты тоже шо, решил? Подрон. Ты тоже решил это? Взять элитные. Не бирюзовая. Не бирюзовая. Кто ел, кстати, кто пробовал такие конфеты с водкой? Нет. Нет. Я да. Было, ну, кстати, водка теперь. Водка теперь выпадает. Еба, что это за Смолфилд? А, это Смолфилдовский дворец молодежи имени. Бебросада. Нет. Берса, как у тебя отчество? Владимирович. А, значит, Смолфиловский дворец молодежи имени Александрова Данила Владимировича. Так, я краду весь камень. Здравствуйте. Ты чё? Это он украл хлеб в ларьке. Ебать, это что за яма? Слава, иди сюда. Я видел. Смотри, какая здесь яма огромная, это же Aperture Science. Я знаю, я там был, я там строил это. Это же Aperture Science. Я тебе покажу даже, что мы... я покажу тебе даже, что я строил вчера. А можно этот, можно я, пожалуйста, здесь сундук временный поставлю, мне надо кое-что сделать. Я хочу сохраниться. Ну, вот кровать. Пожалуйста. Жрите и блюйте. Не хочу. А, да. Блядь, я его не вижу. Да, то давай все-таки добывать эту ель и. Да надо сначала что-то с лутом делать, которым пуч. Телекомпания ЛТВ и некоторые телекомпании сервера представляют. Надо еще вот этот сундук убрать. Шизофрения Виберсал. Кстати, приваты не ставятся на новые сундуки. В смысле? Вот так вот, не ставятся новые сундуки, березовые сундуки, лубы. Телекомпания ЛТВ... Короче, какая-то хуйня постная. Так, телекомпания по ТВ представляет вам новый фильм. Какой? Все. Ой, блянь, тихо. Мудилы. Рожают дважды. Сколько у кого тортов? У меня, кстати, где-то был стак льда. Где-то был стак льда. Ту-ту-ту-ту. Так, диска не хватает только. Даже не спрашивайте, откуда у меня стак льда. Телекомпания ЛТВ представляет. У нас тоже есть стак еды, если ты не знал. Стак льда. Не еды, а льда. Да. Нет, у нас да. Есть... Кстати, я сейчас буду на лодке, короче, прыгать. Короче, кстати, на лодке. Это так, десантура я... называется. Ты где? А. Съезжай. К нам. Съезжай. К яму. Хочу. Да. Все, я сейчас буду прыгать. А, готов всех.
Ой, ой, блядь, пацаны, пацаны, ебаааа! Развел. Ой. Хуя. Это мало что так рыгает. Не рыгает. Уи! О, Санёк, уи-уи. Да, как вы мой друг, Санёк, уи-уи. А чё это короче, за стадион здесь? Это не стадион, это Смолфиловский дворец молодежи. Да. Мы там внизу, на дне океана. Короче, слушайте. Рай, ты что, ты оказался дома у себя? Нет, я здесь. О, серьезно, лошадь. Я просто не вижу. И спускается на сцену. Подожди, если ты посмотришь назад, это я строил сзади. Так, моя. Пошли, дата, дата, пошли, короче, добывать этот еловые. Так. Нет, не надо толкать. Вот там. Бля. Пачка водки на рукаве. Да нет, фигня. Да. Не-не-не, так не работает, все понял. Да я тебя толкал, ну ты слишком жирный, чтобы кататься. А чё это за лестница такая? Типа должно это знаменитости? Кто меня не пускает? Это я пропинговал. Ой, тихо, тихо, блядь, тихо, нахуй, сало, тихо. Какое сало? Ты. А кто еще есть? Ой, сало, я, погоди, а если... Я да, спиной ты... еду. Блядь! Что такое? А, на закрыли райд. В смысле? В подвале. Всё, открыли. Я сейчас сломаю лестницу. А! Ой. А куда? А, Люджик уже. Люджик шишел. Отойди, 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 отойди. Дата, давай все-таки добывать еловые доски. Сейчас. Иди. Вот, вот так вот. Блядь, нихуя! Да ну нахуй! Ебать, 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 тихо, тихо, тихо. Блядь. Дай, дай мне землю, дай мне землю. Ёп. Селёдка с яблоком, кто будет? Адиос, амиго. Блядь. Ты что, никак на лестницу залезть не можешь? Ну, на неё залезть. Здесь лодка. Чё, блядь? Здесь лодка. Блядь. Я застрял. Помогите. Дай, дай мне лестницу, которую ты сломал. Алло. Здесь лодка, подводись, лодка. Рубан, это читы. Во! Теперь, опа, всё. Чего, блядь? Блять! Не помянем. Да нет, не помянете. Смотри, еще, еще будет три колямбы. Ладно, сейчас не три колямбы. Смотри, смотри, смотри. Да блин, сейчас он никак на эту лестницу залезть не может. Тихо, вот так, нормально. Нихуя! О, я кое-что придумал, сейчас. Блин. Сука, ты не бил. Поздно. А шо поздно? Да. Блять, тихо. Бери, бери лестницу. О!
Раньше так нельзя было сделать. Закрыто. Блять, нельзя. Билли Джин. Насрал в кувшин. Насрал в кувшин. Нет, ты меня не спихнешь. Меня потушишь. Сейчас лодку скину. Ух ты ж, блядь, давай, толкай. Толкаю. Блядь. Блядь, нет, 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 нет. Не да. О! Блядь. О! Всё. Весело такая. Все ушли. И зашли в другую дверь. Столкни. Попробуй столкнуть. Ой, блядь, блядь, понятно. О, давай. Блядь, нахуй, нахуй. Нет, блядь, тихо ты. Тихо, блядь. Да, ты хотел помочь тебе. Ага, сейчас. Ой, у меня out of memory. Ой. Всё. Иди сюда, Слава. Слава, иди сюда. Блядь, закрываем люк. Что ты делаешь? Дыхательную гимнастику? Закрываем люк. Сейчас закройте. Закрываем люк в подвал. Линдон. Блять. Кого вы? А, все. Ой, а Боба, Биба, Боба. Два долбоеба. Нет, один нет, да, сожрал, другой ушел посрать. Да, 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 да. Блять. Давай. Давай, подожди, давай, скинь меня, скинь. Вот так, давай. Иди вещи забирай. Классно еще и это. Какие и вещи? Там и ничего нет. И стать, вот, и стать сзади. Зато лодка есть. Ах ты, блин, я хуел. Моя лодка. Так, давай порыбачим дату. Давай. Блять, блядь, нет, я хочу расставить. Иди сюда. Ой, блядь! Давай! Нет, нет. Сука, в залипании клавиш не было. Прикол. Да. Что ты делаешь? Я дебил. Да, я дебил. Она осталась. Так, а что мы делать? Делаем. Ну, я понял то, что мы какую-то херню страдаем, это единственное, что я понял. Только мало чего-то каких-то запрещенных веществ мы получили. Я думал, мало мы получим губку какую-то там, получим огонь 63. Ну, тортики тоже заебись. За 200. Тортики, да. Отметим. Тортики тоже заебись. Котяра. А, Райт заплевать его сундук. Да, я себе поставил сундук, чтобы все вещи сложить. О! Там окно есть. Давай, заходи, прыгай. Прыгай. Чё? А я закопал. Иди сюда, мой хороший, иди сюда. Ладно. Ой, блядь, тихо, чуть не упал. Не, беги, беги от стола. Кстати. Тейри, 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 тейри. Смотри, смотри, стой, стой на месте. Стой. Да блин, как я мог, уф, я как Майкл Джексон хотел потанцевать. Я, кстати, сейчас, смотрите, давайте догонялки поиграем. Зачем? Какая у нас обоих классная форма, ты не заметил?
слово. Да, очень шикарный прям вообще. А у меня... Очень практически... По цвету очень одинаковые. Да, но по нации очень разные. Да. Элли. Ой, у меня как залагало, просто как ты начал говорить, ну так блоков, боже. А, ты откуда знаешь, что ты... Я колдун. Я все знаю. Мы маги. Вы меня не достанете, понятно? Все, пока. Магия, наггетсы, реклама наггетсов и Мираторга. О, я знаю. Сейчас, что ты знаешь? Ты знаешь пароль, и ты видишь ориентир? Да, я знаю пароль, я знаю. Я вижу твой ориентир. Я вижу ориентир. Называется алмаз. Алмаз. Алмаз — природный газ. Почему тут природный газ, непонятно. Ну, потому что алмаз и природный газ. А вот и носорог. Хуй ему в рог. Я лечу на пизду. Куда, блин? Куда кричишь? Лечу. Блядь. Что за хуйня? Лечу на пизду. Вот и чё. Чё там у нас такое за голая стена? Голая стена? Трахни голую стену. Да. Давай, трахни её. А, всё-таки Лухун поймал кукумбер. Давай, давай. А ты где? Давай. Давай. А вы где? Алло. Трахни стену. Давай. Ой, я вообще все дыры. Пошел. Смотри, что у меня есть. Смотри. Ой, где? Лагает. Алло. Уже. Блин. Типа, вы где? Лагает. А вы где? Мы в складе. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Видишь? И чего? Хочешь алмазики? Эти тогда мне... отдай нам свою девственную... девственную синюю я хочу. Ой, вы как будто это... А? Не надо прыгать. Прыгнешь, я тебе дам один алмаз. Если ты выживешь. Давай. Я даю тебе место, чтобы ты выжил. Блять, я хотел на край приземлиться. А, да, я приземлился. Все. А, не, он туда прыгнет, думаешь, или нет? Так, подожди. Допрыгни до края земли. Блять, водить пожил. Бери хуй. Все, убери, пожалуйста. Я пойду жрать. Куда? Жрать? Да. А, понял. Нет, не выжил. Он хочет на трибуну сесть, но он все равно получит. Давай. Я знаю, что у тебя получится. Ты сможешь. Ты сможешь. Но только когда? Непонятно. Так зачем сломали член? Зачем сломали член? Это же ведь это просто выбор. О, стоп, погоди. А, да, я и говорю, динамическое освещение, оно это. Оно не светит красным, оно светит желтым. Та-та-та-та-та-та-та-та. Лямбда просит скриншотов. Оооо, что-то лагает. Ой, блять. Меня не лагает. О, ты выжил? Да. Ты свалился оттуда? Да. На кровать? Да. Хуйно. Алмаз я не дам. Алмаз он не даст, всё. Быстро дал, иначе я сейчас... Лишит девственности даты? Нет, себя. Может, только попробует. Я же в маске сижу. Кек. А, да, кстати. Так, кстати, не хватает, чтобы у тебя это еще было. Ты знаешь, этот... Не надо без подробностей, слава, блядь. Да при чём? Нет, какие без подробностей? Я говорю про то... Блядь, как... Бритс не работает, кстати. Да, он не работает. Ебать. Ох, ебать. Противогаз был у тебя. Вот, что противогаз был.
Так, вот этот мем. Что такое, да, братай, когда нацист там режет все тебе? Да, это же из Вольфенштейна был. Я булочник ворую весь, Это был из Вольфенштейна. Ой, склад. О, кстати, а что на складе есть у нас? О! Давайте, давайте будем сидеть на трибунах и рассказывать охуительную историю. О, да, кстати, да, давайте, я пойду на сцену сейчас. Давай, ты первый. У меня нет охуительных историй, так что я не буду выходить на сцену. Ой, так. Я вспомнил свою молодость, когда я был заместителем начальника управления внутренних дел по Нижегородской области по воспитательной работе. Здравия желаю, товарищи сотрудники. Сегодня мы с вами проведем лекцию на тему того субординация. Блять, это же запрещенный торт. Его нельзя есть. Можешь это сделать? У меня инвентаря нету. А нет, все, подождите, я знаю как. Я знаю как. Сейчас, подождите. Ну, все внимание. Котяры тоже. Так, ну давайте. Подожди, я должен вспомнить свою молодость. Я должен вспомнить, как я это делал. Я должен вспомнить свою молодость. Котяра вообще здесь? Алло, котяра, ты живой? Пиши уже, если что-то. Если ты живой хотя бы. А, он все здесь пишет. Все, понял. Понял, принял. Ты слушаешь наши офигительные истории? Это да. Я тебя хочу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. На-на-на-на-на-на. Вот. Вот это вот. Так, а ну-ка. Зачем ты? Зачем ты на себя стекло напялил? Да так. Ой, блядь, это не надо, сука, не то, не то, не то. Сними, жарко. Жарко снимай. Вот. Вот это. А, все, фу. Нет, подождите, стойте, куда? Сейчас я вам раскроюсь. Точно, у меня же этого кислородного баллона сзади нет. А тебе это не надо, тихуня. На-на-на-на-на. Это вот дебил, да? Вот, я нашел. Итак, дорогие мои товарищи сотрудники МВД Приморского Союза, сегодня я вам расскажу о правилах задержания граждан и их последующего ареста сотрудниками милиции Приморского Союза. Давайте начнем с того, что же такое задержание. Задержание – это меры, предпринимаемые сотрудниками в целях кратковременного лишения свободы лица, подозреваемого в совершении преступления или административного правонарушения. Арест – это вид уголовного наказания за задержание совершившего преступления, осужденного по приговору суда лица в условиях строгой изоляции от общества. Ой, извините, мне звонит министр. Капец, он так вроде вжился. Слушай, он очень быстро может вжиться в роль, мне кажется. Даже очень. Интересно, когда он построит суд в Либерте? Очень интересно. Так, продолжим. На чем мы там остановились? На аресте? Да. Да, то, что арест – это вид, сука, уголовного наказания, заключающегося в содержании совершившего преступления, осужденного по приговору суда лица в условиях строгой изоляции от общества. Вот именно тебя, Слав, надо изолировать от общества. Как же все-таки нужно начинать процесс задержания? При обращении сотрудник милиции обязан предоставиться, назвать свою должность, звание, а также цели и причину обращения. При первом требовании сотрудник милиции обязан показать свое служебное удостоверение. Вот, например, Слава, ну иди сюда. Давай, ты будешь выполнять роль сотрудника милиции. Значит так, твои слова какие? Вот, ты подошел ко мне, что ты говоришь? Здравствуйте, гражданин, смотря к кому я обращаюсь. Нет, надо говорить, здравия желаю, твое звание,
И здравия желаю. Какое твое звание? Твое звание. А я забыл. Вот что у тебя на погонах? У тебя на погонах две звездочки, значит, ты лейтенант. Давай, заговори. Здравия желаю, лейтенант. И твой здравия звание. Желаю, лейтенант. У меня вопрос. У меня есть один вопрос. Что если у человека нету погонов и таких звезд? Вот у него погоны. Вот у него. Допустим, погоны. У меня погонов нету. Ну, поздравляю, значит, ты обычный рядовой. У тебя есть погоны. Ты... Блин, дай посмотреть. Ты младший сержант. Ну, вот. Да. Говоришь, здравия желаю, лейтенант милиции города. Ну, я говорю, здравия желаю, лейтенант милиции, мистер Райт. Прикладываешь прямую ладонь правой рукой к виску, и чем сам отдаешь себе честь, понятно? Так точно, да. Ну, типа, так. И потом говоришь, ваши документы, пожалуйста. Ваши документы, пожалуйста. Давай, еще раз. Здравия желаю... Какой ведь... Желаю, лейтенант милиции. Здравия желаю, лейтенант милиции, мистер Райт. Ваши документы. Какой мистер Райт? Я говорю, здравия желаю, лейтенант милиции города. Ты должен говорить. Понял. Здравия желаю, лейтенант милиции города. Ваши документы. Пожалуйста. Давай еще раз сначала. Я тебя отпущу. Здравия желаю, лейтенант милиции города. Документы, пожалуйста. Ну, более-менее, садись. Только один зритель? Да. Так вот, значит, после обращения и просьбы предоставить документы, вы должны взять документы и проверить информацию. То есть, вот, например, вот Слава у меня просит взять паспорт, да? Да. Вот. Можно ваш паспорт? Вот, я тебе даю. И что ты делаешь потом его? Ну, листаю, проверяю, например, естественно, на, ну, понятное дело, что инициал, то есть на отчество ну, и информацию о данной личности. Вот, то есть, потом отдаю обратно, и все. Молодец. Вот, и, значит, получив информацию о гражданине, сотрудники полиции сверяются с ориентировками на разыскиваемых лиц. Вот. И после того, как сотрудники убедились, что гражданин находится в розыске, гражданина необходимо задержать, назвав причину задержания и дальнейшие действия. Вот. То есть вы говорите, что на вас имеется ориентировка, перейдем в отдел милиции для дальнейших разбирательств. Вы снимаете с пояса наручники, надеваете их на гражданина, берете его под руку и ведете с собой в служебную вагонетку. Вот. А если у сотрудников есть основания полагать, что у задержанного имеются запрещенные предметы, после задержания гражданина необходимо обыскать на наличие оружия. Если есть оружие, спросите лицензию. При отсутствии лицензии объявите в розыск за ношение, если есть лицензия. Просто изъять в целях безопасности и запрещенных веществ. Если они, конечно, будут обнаружены в запрещенные вещества, объявите его в розыск. Вот, например, давай, ТТЗ, выходи, я тебе покажу... Ну, ты покажешь, как нужно обыскивать. Вот обыскивай меня. Не только, надо еще сзади. Чтоб точно все проверить. И только после этого сказать все чисто и отойти. И, кстати, перед тем, как проводить обыск, ты должен был предупредить гражданина, сейчас я буду проводить личный досмотр на наличие колющих, режущих предметов огнестрельного оружия, запрещенных веществ. Давай, говори. Сейчас я должен провести с вами обыск. Остро режущих предметов и всего прочего, что может нанести вред человеку. Вот, и потом проводишь раз. Да. Кто-то приснился. Вот, ты... если ты что-то нашел, ну, ты... Блядь! Что такое? Алло? А как ты себе поджег, алло? Нормально.
Хлебушек. Так, ну что ж, короче, ты... Я просто хотел встать, но у меня в руках оказалась это зажигалка, и в итоге, когда я вылезаю, себя поджег. Вот, короче, значит, да, садись. Значит, после задержания гражданина необходимо доставить на служебной вагонетке в кратчайшие сроки в отдел милиции, зачитать ему его права и передать потом в отдел. То есть, вот, иди сюда, Слава. Вот. Я тебя, значит, беру, хватаю вот так вот, наручники надеваю. Я тебе говорю, вы имеете право хранить молчание на адвоката, который вам может предоставить государство, так глядя на телефонный звонок. Подать жалобу на сотрудника милиции, вы можете на официальном портале Приморского союза. Достал чистый план протокола и ручкой составил протокол задержания, записал данные задержанного, указал причину и сроки задержания, передал задержанного в отдел. Фраг. Вот так. Понял? Запомнил? Давай еще раз. Не, это был, ну, это было довольно-таки слишком быстро, как скороговорка, так сказал. Хорошо, иди. Ладно. Да. Значит так. Какие... Что при задержании вообще запрещается? Запрещается открывать огонь по безоружному гражданину или в городе. А исключение может быть, если преступник открыл огонь первым. Применять специальные средства задержания, если преступник не оказывает сопротивления, в том числе тазер. То есть это запрещается. А третье. Запрещается выполнять все действия от проверки документов и до ареста без напарника. То есть вы должны быть вдвоем. Вот. Или втроем. Вот. Или прям как Dungeon Master. Вот, так, четвертое, запрещается выполнять любые действия, которые нарушают правила сервера, понятно? 14-е правило не распространяется. При задержании разрешено открыть огонь на поражение, если есть угроза жизни и здоровью сотрудника милиции. Рекомендуется использовать дистанционный электрошокер, то есть он тазер, так как он приравнивается к огнестрельному оружию. Применяя средства задержания, а именно электрошокер, как дистанционный, так и контактный, дубинку, если гражданин оказывает сопротивление. На этом лекция по правилу ареста и задержания окончена. А теперь давайте перейдем к практике. Понятно, к практике мы не перейдем. Можно какой-нибудь еще... Что, еще одну лекцию? Ну, все-таки правила безопасности. А, Проводим обыск? Да. Ну, как-то так. Так, ладно, что там было? Дальше продолжаем. Просто я тут, я не знаю, я какую-то херню сделал, короче, в итоге. Так, что мы там должны делать? Пропить практики. Практику. Надо точно ввести обыск, короче, на... Да. Страхаться будете сейчас. Ой, блин. Тихо. Тихо. Надо все проверить. Наличие. Я знаю, сейчас, погодите. Сейчас, постойте. Вот сейчас. Шапку снимите. Шапку еще снимите, пожалуйста. Шапка не снимается. Она приклеена. Я ее это. Клей моментом ботинки, случайно. Ботинки тоже снимите. Галоши снял. Галоши снял, быстро, блин, иначе приебали, да? Даже в галошах нельзя походить. О, господи! Ну, Страйкер, как всегда, он хороший тело, он помнит. Это момент. Он помнит самые лучшие моменты. Сейчас, погодите. Это моменту.
Сейчас. А все. Да не все. Пиво. Гугурец у этого. Кого? Огурец? А какой именно? Обычный. Не огурец, имеющий какие-то иммунитеты к морозу и отторга, и некоторые растения, которые отгоняют от себя этих насекомых. Сейчас, подожди. Так, что можно такое почитать? Новый сорт. Это было. Кстати, у Иви тоже есть, по-моему. Левитон? У Иви. Что такое левитон? Это хуйня. Федеральный. А, ну, у Иви тоже две звезды. Так, нормативный акт про разоружение, единый устав полиции. Правила нахождения на постах и патрулях. Зачитать вам это? Да. Почему бы нет? А две звезды — это лейтенант? Да. Ой, блять, у меня out of memory, короче. Сейчас, погодите. Кстати, Райт, а что у тебя, кстати, было на погонах? Или там ничего у тебя не было? Там было пусто. Грустно. И вкусно. Так, значит. Что там было? Я не расслабились, пусто, хотя, пусто, да? Я вам что сказал? Расслабились. Понятно. Охуели совсем? Иви, лейтенант. Я хочу пить. Стоять, сотрудник, куда пошел? Сейчас минус звезда будет у тебя, понятно? Сейчас будет звездопад у тебя. Сейчас. Опустится до сержанта, вот как этот Азеф. Тоже это там хентай смотрел. А я никуда не опускался, во-первых. Да, допускался. Хентай смотрел в туалете, когда проверка была из области, и все. Я вообще дерево. Ты чего? Дерево, я вообще сейчас... дерево. Сейчас минус звезда будет ты. Я вообще дерево. Стоять, я сказал. Стоять. Не подходи. Стоять. Дубинка есть у меня, слышишь? У меня тоже дубинка есть. Чё? Я тебе дубинку сейчас в жопу засуну, понятно? Быстро. Быстро останавливайся. А тебе и жопу в рот засуну, всё. Так, быстро сели, бегом, марш, блядь. Быстро все сели. Все сели быстро, я сказал. Вы совсем сели, сейчас буду лекцию вам читать. Ну ты не капитан, который это, из зеленого слоника. Не надо. Быстро все сели, я сказал. Я сказал, все быстро сели. Ты не учишь по ОБЖ. Я тебе сейчас удостоверение, что понятно, и жетоны тоже. Может, перейдем в приватку саду? Не надо. Так, давай, все, садись. Да ничего страшного. Давай, садись. Сейчас я буду вам лекцию зачитывать. Как правило, находиться на постах и патрулях. Так, значит. Здравия желаю, товарищ сотрудники. Здравия желаю, товарищ лейтенант. Товарищ полковник. А, товарищ полковник, потому что у тебя это погона. Просто мало ли тебе надо обращаться так же, как я тебе относился. Значит так. Сегодня я вам зачитаю лекцию, как сотрудники милиции должны заступать на службу. И что они должны знать при этом. Значит так. Сотрудники милиции, заступающие на службу, должны знать, во-первых, оперативную обстановку и особенности маршрута патруля или поста. Приметы лиц, транспортных средств, объявленных в розыск, места наиболее вероятного совершенного преступления. Сотрудникам милиции на маршруте патрулирования и нахождения поста запрещается. Передавать табельное оружие кому бы то ни было, за исключением лиц, которым они подчиняются. Использовать проблесковый маячок у лиц в личных целях. Да, Датазов? Заходить без служебной надобности в подъезды, магазины, другие помещения. Нарушать любые нормативно-правовые акты. Запрещается патрулирование и несение службы на посту в составе не менее двух человек. Оставлять служебную вагонетку посреди дороги. Запрещается применение огнестрельного оружия, специальных средств, беззаконных на то основании. Запрещается применение огнестрельного оружия с целью остановки вагонетки, если поблизости есть гражданские лица. Запрещено заступать на пост, маршрут патрулирования на технически неисправном автомобиле. Теперь я вам зачитаю общие правила патрулирования нахождения на посту. При выходе на маршрут патрулирования или пост необходимо, во-первых, проверить исправность служебного вагонетки. Второе. Проверить обмундирование, то есть стабильное оружие, бронежилет, наручники, дубинку, электрошокер.
И третье, подать соответствующий доклад в рацию. Например, экипаж, номер такой-то, в составе тех-то, тех-то человек, вступает на маршрут патрулирования. При патрулировании необходимо соблюдать скоростной режим. То есть 60 майнкрафтовских блоков в час. При несении службы сотрудники обязаны пресекать любые нарушения граждан. Какие есть права сотрудников полиции при проверке документов у граждан? Значит так, полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей пунктом 1 статьи 6 Республиканского закона о полиции предоставляется право проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления, или полагать, что они находятся в розыске, либо, если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан, дело по административным правонарушениям. Всем ясно? Так точно. Так точно. Вот и хорошо. Лекция окончена. Спасибо за вашу лекцию, товарищ полковник. Почему такое молчание? Потому что пора на службу. Быстро на патруль поступили с Смолфилда. Так я вообще в Смолфилде не служу. Служишь? Нет. Я просто помогаю. Да. Вот если ты помогаешь, иди тогда на патруль вместе со своим напарником. Так. Ну а ты что сидишь, наш красавец? Давай, вставай. Иди с нами. А вы у вас проверять? Давай, вставай, любитель хентая. Идем. Работает. Блин. Этот Люк Хуй написал. Так, сейчас я вам выдам обмундирование. Да не надо, у меня галоши есть для этого. Все равно обмундирование надо выдать. Так. Ведро на голову, эти галоши на ноги. Все. Да с таким обмундированием можно весь лук. Я пообедал. Так, у вас есть все служебные вагонетки? Одна есть. О, Матвей тут. Все, есть. Ага, хорошо. Так, вот вам дубинка. А. Все, пойдемте, я вам покажу, где ваш пост, патруль, можно сказать. Так, Либерсата у нас... Так, подожди, пост? Ты хочешь, типа, мы, типа, какие-то местные гаишники, что ли? Нет, вы патруль будете патрулировать сейчас. Чё? Лагает. Патрулировать, чё? Чё? РП-момент. Пиздец. Так, да. Вот смотрите, отсюда начинаете и вот туда, понятно? Вот видите, там уже наш потенциальный гражданин, наверное, нарушитель. Ах ты ж, блин, сюда быстро. Вот. Убил. Значит так, вот, идите проверяйте того гражданина, он явно нарушитель порядка Приморского Союза. Здравствуйте, товарищ, почему вы ходите по газону? Потому что... Стоять! Это моя территория. Стоять, я сказал. За непослушание... Быстро остановитесь, гражданин, иначе будет хуже. За непослушание сотрудника приморской милиции. Немедленно остановиться. Иначе будут применены меры. Быстро задерживайте, давайте, я здесь его здесь на выходе жду. Товарищ Вербрисат, гражданин Вербрисат, если вы не остановитесь, то вы будете отданы суду. Стоять, я сказал. Я сказал стоять. Быстро стоять. Он сваливает. Давайте я его этот сейчас закручу. Зажимаем. Зажимаем, да. Стоять. Стоямба. Стоять, я сказал. Стоять. Стоять, я сказал. Тихо.
Быстро, я его сейчас задержу. Сейчас, тихо. Так, давайте задерживайте его быстрее. Я, кажется, придумал. Зажимай. Давайте, сейчас я приду за помощью. Держите себя. Блять, out of memory, ёмоный. Дата, справляйся быстро с ним. Быстрее. Я сейчас сдержу. Давай. Это где такая активная полиция? Это Smallfield. Мы здесь, короче, приехали на службу. Это кто сказал? Это я. Ну, до этого. Это я. А кто? Ну, я, наверное, я не знаю. А кто ты? Кто вопрос задал? Попался. Да. Где он? Веди его. Он убегает в техническом помещении. В техническом помещении. Так, давай в две двери. А, нет, стоп. Я знаю. Лестницу блокируйте. А, лестницу блокирую, быстро, я знаю, где он. Да туда лестницу не блокируй. Лестницу не блокируй. Я блокирую лестницу. Лейтенант Гордов, быстро блокируйте лестницу. Я его вижу. Все, давайте, идите. Давайте, я блокирую лестницу. Я их вижу. Они идут туда, давайте, быстрее. Нет, не ту лестницу. Не ту лестницу, товарищ. Нет, лейтенант. Быстро это, соберитесь. Вот там, туда. Они пошли туда. Быстрее. Закрываем. Закрываем двери, быстро. Землю, блядь. Молодцы. Так. Ждем. Куда они могут пойти? Так, давайте туда. Гражданин может пойти на пролом. Ничего страшного. Так, давайте. Сейчас будем искать их. Примерочно. А, их здесь нету. Я их вижу. Давайте, они быстрее. Там, в той стороне. Давайте, задержите. Я иду. А, я их тоже вижу. Да. Давайте, вы этот, стой в двери, я стой. Давайте я закрою, чтобы вам этот. Да, ё-моё. Быстрее, заходите, быстрее, туда. Всё. Я ещё так сделаю. Всё. Давайте быстрее спускаемся к ним. Так. А, во, увидел их. Все. Я понял. На туда, склад. Ой, давайте, быстрее. Я закрываю. Держи. Давайте. Давайте, сейчас эту дверь сдержу тоже. Так. Быстрее. Ну, ребята, всем привет. А, кто это? Делайте